сейчас прозвучит, можно сказать, самая ранняя соната, дошедшая до нас, написанная именно для виолончели, в то время, когда виолончель вытесняла виолу да гамба. Вот, написал, значит, ее этот композитор, итальянский композитор Доменико Галли. Он, кроме того, что он был композитором, он еще был скрипичным мастером. И до нас дошли инструменты, вот, сделанные им. Они очень красиво инкрустированы. Если вы вот наберете Доменико Галли в интернете, вот там вы можете посмотреть эти инструменты, которые он делал. То есть это 1600... та пьеса была в 1689 году, было написано, а это написано в 1691 году. Thank you.